Мы уже подъезжаем к Хорезму. К Хорезму подъезжаем. С правой стороны аэропорт. Ургенч Тарма? Я аэропорт какой? Хорезмский или Ургенч? Ургенчский. Ну, с Ургенча не летать, не на Москву, по-моему, да? Следующий день. Отсюда они тогда летают, собственно. Да-да, отсюда. Отсюда улетали? Азамат улетал в Москву. Такие Хорезмы уже, такие большие дома. Хорезмской области такие дома. О, столы какие-то вынесли, свадьба была. Не увидели, наверное, что быстро пролетели. Надо было остановить. Здравствуйте, мы к вам на свадьбу пришли. Погуляем и домой поедем, да? Давайте подарки. Подарки дадим, что нам. Мы сами как подарочки. А как город этот называется? Ургенчпа? Ургенч. Ургенч. Город называется. Проезжаем мы его. О, дыни здесь продают тоже. ГАИ. Это мы его не заехали в Ургенч, да? Мимо да, проезжаем. Заехали, да. Чайхана. Чайхана. Так в туалет сходили, можно и в чайхану. Теперь можно начинать, да? Да, можно теперь и в чайхану сходить. А это что за... Амударья? Нет, канал. Это просто канал? Как называется, интересно? Зыткин. Зыткин? У нас Зыткин есть, вот такой канал. А, понятно. По центру. Объясняет нам дорогу, куда ехать. Есть там. Как там ли? Вот Петрин Бадыр. Жан, Ургенчте бар деген жоқсың ба? Бар шығар, метаннан ұзақ бар еді, пропан бар. Очередь за бензином большая. Вот здесь дома с двух сторон построены. Новые дома. С этой стороны, с этой стороны. Лобок растет. Сейчас будем проезжать Амударью. А здесь дыни продают, арбузы. Базарчик сейчас вам покажу. Уже чуть больше деревья были совсем низко, разливается Амударья. Ой, воды почти нет. Амударья, но воды почти нет. Да
Даже корабли вон стоят, сейчас покажу. Корабли стоят на мели. Вот, вот корабли, видишь? Приехали к блокпосту. Подъезжаем к заправке. Еще одной. Ворота такие. Харизм чуть отличается, да? От нашего. Он там на дело. Я ждал. Чего? Показать вот это. А, да-да-да. Не знаю. Заблудились. Туда едем, не туда едем. Нам же это 45 надо. Казать, что это. 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 Казать, обратно возвращаться. Вот Валера нет плохо. Валера сейчас быстро. Ага, Валера. Фермер, магазин фермер. Вам и Ургенч. Показать нету. Да, нет знаков на Хиву. Салам алейкум. Хиваға қақтан барамыз? Қаққа ешіп, біз Хивыға. Рахмет. Шепке ма? Туырға дейді, туыры, туыры. Прямо.
открылись, тебе Порше за сколько? Да, Порше, ну серьезно, мы Троллейбус есть, вот проехали троллейбус. Здесь тоже стройки, в ряд строим дома. Опять одинаковые дома. Вода пошла. Одинаковые дома. Ургенч аэропорт, а из города Ургенча до Хивы идет троллейбус. Смотрите, вот линия троллейбуса. Можно подешевле, можно дешево приехать в Хиву. Вот сейчас мы переехали с Ургенчского района в Хивинский. По Хивинскому району сейчас едем. Сейчас будем заезжать в город Хива. Видите, уже видно даже, что мы в Хиву. Первую зону. Это еще мы не доехали. А вот сейчас будет Хива. Верблюды уже нарисованы. Хива написано. Заехали в Хиву. И опять начинается одинаковые дома. Или просто они в один цвет покрашены, я не пойму. Ну, что-то посеяли здесь. В Хиве. У кого-то цветы, а у кого-то хлопок растет. Это не кукуруза. Подъезжаем в Хиве к историческому центру. О, уже такие дома начали. Цветы посадили. Топинамбур растет. Раньше чертое колесо было, но где? Есть? Нормально, Амир Димон, вокзал на Жидовокзал. А, на Жидовокзал. На Жидовокзал, Амир Димон. Вот уже мы подъезжаем к минарету. Налево шарай или направо? Вот точно мы уже подъезжаем. Вот троллейбус как раз туда и едет. Вокруг города Хива, да, вокруг центра раньше вот так строили. Угу. Как раз троллейбус везет прям в самый центр, к минаретам. Здесь уже дороги нет. Новую, наверное, будут стелить.
продолжается. Тоже сделано из глины. Ага, туда вперед. Ну я помню, что мы подъезжали там красивым минаретом, а здесь как так. За арчагнан едет. А, вот с задней стороны. Наверное. Оказывается, мы приехали не с главной. С главного входа, а с тыльной стороны.